Около 7 тысяч граждан Азербайджана выразили желание быть задействованными в боевых операциях. Добровольцы обратились в аппарат Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, а также в местное управление. Все обратившиеся зарегистрированы в соответствующей форме. Желание поддержать родину выразили и ветераны Карабахской войны. В своем обращении к президенту Ильхаму Алиеву и министру обороны Закиру Гасанову они заявили, что готовы сражаться за территориальную целостность страны. Эту инициативу следует воспринимать как поддержку всех военных в отставке, военнообязанных в запасе, ветеранов. Тысячи людей изъявили желание присоединиться. Было много звонков, писем, и все это еще будет продолжаться. Мы готовы защищать азербайджанские земли. Около сотни ветеранов Карабахской войны уже присоединились к этой инициативе. Хочу еще раз заявить, что полностью готов сражаться за наши земли в случае необходимости. Я призываю всех ветеранов и гражданских присоединиться. Все обратившиеся как гражданские, так и бывшие военные своими действиями демонстрируют свой патриотизм и готовность защищать свою родину. Мы готовы встать в строй.